Бум-бум-бум-бум, блин, а вот машинка. Так. Ну где у меня ключи? Бля. Вот ключи, оказывается, там были. Так. Есть. Ух ты. Ух ты. Как все холодно. А, как вкусно пахнет. И что ты мне выдашь? О, бррр. Стопэмбо. Стопэмбо. Да 16,5 только показывает, а все тут что-то прям как 16,5. 16,5 кажет. Да не, 27 на улице. Откуда 16,5? Ну? О, низкая смазка, давление двигателя, пошла смазка. Опа! Да. Да. Вот это будет все смыть. Все смыть, все помыть. Это я, что ли, сюда мытался. А, солнце, оказывается, солнце тает. Так. Такую елку вы еще 100 пудов не видели. Ага. Это труба. Прикольно. Ну что, вот такое вот включение прямо посреди, можно сказать, ночи. Время 11 вечера доходит. Загрузился и мчусь я, лечу в гараж, так как у меня начало рвать ремень генератора. И, короче, надо его поменять. Че я забыл, тут камера же на эти все знаки, блин, 40. Что-то я разогнался. Надо поменять ремень генератора. Возможно, вот этот мороз всему причина стал виной. Потому что много машин на самом деле было с неисправностями. Вроде как бы мороз небольшой такой. Из-за этого, наверное, так идет тенденция, что машину не глушат в сильный мороз. Дабы избежать вот таких поломок. Ну да ладно. Завтра, наверное, включусь. Покажу, что с ремнем. Он не весь порвался, получается. Он у меня часть ремней. Без части ремней я, короче, остался. Вот так вот. Так, трактор объехали. И на кольце уходим мы уже сюда, на Уфу. То есть он как бы, блин, располовинился, что ли. Вот так вот. Как бы это назвать. То-то, братан, то торопишься, то троить начинаешь. А вы знали, что для замены ремня генератора необходимо 2 человека? Могут еще и сварщика позвать. Так, ролик натяжителя поменяли уже. Ты мне не забудь потом этот, что вы сняли кондиционера ремень. Вы его порезали зверски. Кондея. Ты что, кондиционер есть, что ли? Конечно, есть. У меня климат-контроль. Я его контролирую. Да ладно. Здорово. Так, ну все, ремонт окончен. Выпячиваемся назад. Крайне сложные маневры были. Поменяли прокладку. Кладку еще под клапанной крышкой. И нашел я сигнал. Теперь у меня есть звуковой сигнал.
Да, и теперь так вот задним ходом мы поедем благополучно цепляться до прицепа. Всех разогнал с бокса, выгнал, говорит, давай, мне в рейс надо, ё-моё. Блин, далеко, походу, еще до прицепа ехать. Не, на самом деле я пошутил. Сейчас. Крутануться столько всего лишь надо. И все. Опа! Передача. Сам себе режиссер понеслась. Гарип, шмарип. О, это кто у нас такой-то? Красивый, нарядный стоит. А, Азат, Азат у нас поедет. Так, ну вон у меня прицеп. Что там, Азат выехать не может? Уборка снегом длится. Идет полным ходом. Прикольно, да? Как он, ротор, что-то. Блин, скользко на самом деле. Дорога морозная. Вот так все это дело выглядит за окном. Время уже давно не обед. Пообедал, заехал. Не знаю, завтра ко скольки подъеду в Москве. Но торопиться не буду. Погрузки вроде пока нету, ничего нету. Еду в спокойном режиме. Так, если заметно, снег начался. Блин, что вообще со мной не так? Блин, я понял, в чем причина. Новый год я не встречал. Я Новый год проспал, не пьянствовал, за Новый год не выпил. А сейчас он мне мстит. И кто рядом со мной находится, наверное, тоже люди страдают, только они вообще не в понятках, что происходит. Да уж. Морозненько так. 11-12 градусов. Все, легковая пройдет. Сейчас вот будет видно, что ну, пылище, пылище стоит снежное. Но в принципе нет. Что-то он как-то не так. О, пролетел крузак. А, попылил. Снежок начинается. Наверное, там теплеет. Но все вообще становится серьезно, прям не по-детски. То есть уже вообще ни капельки не играемся. Так, коллега идет, обходит. Не русский. Кто-то у нас там, фиг поймешь. Такая вот примерно погода. Блин, я говорю, везет мне что-то как это. Вот так вот раз стоит что-нибудь подцепить и все. И так понеслось, понеслось, понеслось. И, блин, как от этого отвязаться, и не знаешь, блин. А вот бывает же как-нибудь по сухой поедешь и все. И всю зиму прокатаешься. Морозы, сухое, все отлично. И снег-то два раза видел, что он сыпал. И тут вот такая вот картина бывает. Но это фигня, мелочи, мелочи нашей работы. Кто за мной едет, там им ни черта не видно. Едем, короче, движемся в таком режиме. Надо где-то будет остановиться, фонарики почистить. Потому что такая метель метет, там, наверное, все замело. Сзади вон вообще сбоку ничего не видать. Напурживает как. Но нашушаривает. Там все чистенько. Куда ты щемишься, брат? Лец тут, смотри, что едет, блин, дорожник. Не, и он вот до последнего, до талого вот едет, да? Ну давай, со сандали этому с ковшом в жопу, давай! Я умоляю. Что за народ такой вот? Ну не,
видит же, видит и прется до последнего. Да и я проеду, да. Посмотрите, вы видите светофор? Нет, а он там есть. Вот он, этот появляется тут светофор. Что-то тут кипиш тоже какой-то на светофоре происходит. Блин, пипец, тут снега накатали, конечно. То есть видимость так себе, я бы назвал это вообще. Нифига себе, делковский. Кстати, делка, да. Вы видали, да, такой прицеп? Я вот первый раз увидел. А еще они набрали трех мостовых скамеек. Очень интересно. Чувачело, ну ты что едешь, вот плетешься. Трех мостовых скамеек набрали. Давайте мы тебе подморгаем, чтобы ты немножко ускорился, дятел. Дядя. Все, блин, вот, ну, смысл, если ты не едешь, я не пойму, вот смысл в левый ряд вставать, закрадываться, если ты не едешь. Ну, для чего? Ну, не можешь, блин, встань вправо и там тогда едь, тошни. Да и кто может, блин. Предоставляется возможность пойти и поглядеть, что там вообще. О, снега-то навалило. Все встало. Пипец. Ладно, пойду я в фонари пока отряхну. Вот так выглядит порядок. Все. Ё-моё, на улице. У, вот это ледянка. Вот это ледянка. Блин, коньки не взял с собой, жалко. А так бы можно было покататься. Так, главное тут не выпрыгнуть, чтобы меня тут... Так, сотрудник ДПС сказал, на капот не намотали. Стоим весело. Да, только встали, в принципе. Можно чай попить. Что-то сотрудники есть, какие-то продвижки тут мелкие. Уже вот так вот потемнело. Там вот дорогу чинят. Я тут со светом двигаюсь по чуть-чуть. Ты куда, братан, нарушаешь, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут, короче, ремонт дороги. Блин, да, попадосик. Давай мы тебя сейчас накажем. Тут на самом деле, ну я не знаю, как бы. Грузовые же не могут подняться. Ну, что их трогать-то, легковушки. Ну вот. Интересно, мне сейчас еще кто-нибудь полетит. Вот объезжает как пробку. Просто интересно. А он смотрит, нету ли там еще кого желающих. Блин. А ребята, я вас тоже тут. Че это так? Акция устрашения, что ли, была? Все. Он его, получается, отпустил. И тут больше никто не летит. Блин, неинтересно, неинтересно. А где же экшен? Ну, короче, это все фигня. У меня вот тут вот чайник, короче, там стоит, греется. Мы так по чуть-чуть продвижки есть. Тут дорогу вот заметает. Вот так вот со светом получше будет. Ремешок тут пищит. Так, что-то говорит, совсем там все тухо. Туго. Тухло. Козловка впереди, говорит, стоят. Козловский подъем. Оф. Вот тут вот сугробы, конечно. Ладно, не будем его слушать. Все, нет никакого движения. Ну, такие продвижки чуть по чуть есть. Впереди сотрудники стали, походу, сейчас будет что-то регулироваться. Походу все, походу встали, может, на капиталку.
Дорогу вот тут вот вообще все завалило. Блин, погода вообще ужас. Вот это уже все колея. Ни встречки нету, ничего. Так, на самом деле сейчас подъем. Блин, ситуация была, конечно, коллегу тут объезжал и сам чуть-чуть немножко поднапрягся. Растерялся. Но ничего, в подъем поднимаемся. Тут вот так вот все вот так вот завалено. Блин, подшлифовывал немножко. Это газу главное сильно не давать, чуть-чуть в натяжечку, чтобы он, чтобы не стремилось колесо срываться, и тогда будет нормально. Она так потихоньку разъезжается, и все, и потом можешь нормально ехать. Вот, то есть даже останавливаемся, там вот ребята объезжают, коллега шлифует миларин, скамеечка. Вау, я прям напрягся, блин, на встречке. Я так не люблю зависнуть, блин. Он что-то этот. А он, видать, подсушил там по себе. И продвигается, и скатывается. И он так резко-резко пошел. Я вроде заходить хотел, а тут ты вот так вот останавливаемся. И я на встречке просто остановился, а потом тронуться не могу. А сейчас вот просто получается так. Вот третья передача есть. И чуть-чуть вообще газу не дая. Вот она, машинка моргает, пытается всячески сопротивляться. Все, можно газ прям бросить, и она сама будет ехать. Ну, как бросить? Еле-еле давать. Там сотрудники регулируют. Еле-еле, и вот так мы будем продвигаться. Так, все, встали опять. Там на аппендиците машинка, по-моему, зависла. Сейчас не знаю, что тут в курсе. Что тут будет делаться. Так, тут и дорожники ездят. Что-то как-то не просыпано, я не знаю, чем-то посыпали бы. Ох, я тут тронуться не мог, бля. Искать нужно нужную передачу, чтобы она пошла в подъем. То есть со второй она зашла. Дорожники работают. Вот о чем оно и говорит. Если бы сразу пустили нахуй, все было бы заебись, мне кажется, блядь. Так, там просыпает, сейчас, наверное, будет мой маневр. Не знаю, я пройду, не пройду. Тут так они по одному машину пускают, блядь. Это вообще бесполезно, нахуй. Ну, тут в подъем они тормозят, я не знаю, тут разгона нету, блядь. Это впритурга на Porsche назвать лезет. КДМ-ка стала под меня чистить, блин. Эти лезут, объезжают. Торопыги. Вот еще один фигарит. Ну ей ты на Porsche, он тебе, блядь, сейчас песком все захуярит. Давай, блядь, ёпты, поехали. Ой, ё-моё, там уже сзади, блин, набилось. Так, разогнались. Передача долго переключается. Так, вот этот ГДМчик, который мне помог. Сейчас мы его поблагодарим.
Поблагодарили, едем дальше. Блин, пипец тут засыпало. Ё-моё. Вообще кошмар. Блин, впереди это Чувашия и Козловский подъем. А, нет, сейчас еще подождите-ка. Сейчас вот надо будет тут разогнаться. Такой не крутой, но довольно затяжной подъемчик будет. Да. Блин. Вау. Так, сказали второй зигзаг, фура лежит. Дальше не езжай. Можно было здесь, конечно, на стоянку встать, с левой стороны, но я что-то очкую, что я потом оттуда не выйду. Я сейчас пойду по правую сторону. Иначе, говорит, смысла нету, ты там просто проживешь. Привет, на Казань, там сейчас остановка. Тут все, ё-моё. На Казань, да никак. Так, вот так вот на стоянку встал. Вроде тут накатал, выехать должен. Тут вот если что дорожная всякая фигня есть, вытащит, может быть. Так. Пипец метет, конечно, блин. До сюда укатывался. Ну то есть она назад, если что, покатится. А бархана вот не видать, конечно, барханы тут какие. Но снега много. Да, уж что-то погодка фартит.